Страна маленький заработок, но чтобы заработать, надо ехать. Куда? Туда, где ты востребован. Вот здесь привезли, например, другого конца, привезли такую жирафу бегать. Так вот скачут в ней, да? Канты, аж с Праги, с Брна приехали выступать. Музыканты тоже путешествуют, торговые путешественники назовите. Должны поехать как бы в командировку, чтобы заработать. Вот этот прилавок тоже приехал. Он тоже приехал, поставил. Значит, должен был договориться, чтобы выпустили. И продавал на праздники. И также и еду везут. Я к еде не пойду сейчас. В этом селе еда своя. Готовят пожарники, маленькие организации. А так, если больше праздник, еще и с едой ездят. Торгуют. И музыканты ездят. Тремя машинами, две капеллы или три. И фарарш ездит. Вот вторая часть. Значит, чтобы в церкви. Он ездит. Вот сегодня приехал сюда, делал богословие. В другой выходной поедет в другую городок служить. Да, да. Здесь нету постоянного, чтобы открыто костел был. Фарарш по-русски поп. Вот он тоже ездит. Не в одном месте стоит.